фактически, если раньше объявляли планы крепости в полиции, теперь они объявили план крепость в суде. Провели там по-быстрому суд, я не знаю, сколько он занял, 3 минуты, 15 минут, я не знаю. И все, и после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что ну, Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста. Мне это раздражает.